Вообще, какие параметры у нас с вами идеальной формы брови? Это медиальная головка должна находиться на уровне крыла носа и внутреннего контуса глаза. То есть мы с вами должны посмотреть, где у нас с вами заканчивается бровь. А медиальная головка и внутренний кончик брови лежат на одной горизонтальной линии. То есть у нас с вами вот эти точки должны быть соединены. Кончик брови находится на линии, соединяющей наружный контус и крыло носа. То есть мы с вами, проводя кончик брови через, соответственно, крыло носа, контус глаза, у нас с вами мы должны постепенно уйти еще и на область брови. И самая высокая точка брови будет находиться латеральные края радужки. То есть вот здесь на картинке очень хорошо распределено и показаны те опорные точки, которые у нас должны быть. Для чего нам это нужно? На самом деле это нужно, чтобы посмотреть, как расположена в целом бровь у пациента, когда мы проводим ботулинотерапию. И когда мы хотим с вами немножечко поднять бровь у пациента, тоже тот идеал, к которому мы стремимся. Но, обращу внимание, это женская бровь, это не мужская бровь. Поэтому у мужчин все проще. Плоская бровь, ни в коем случае вот этой вот галочки, которые стремятся женщины, не должно быть. А если мы хотим сделать латеральный лифтинг брови, то мы работаем с вами тоже чуть за бровь, либо по контуру брови. И препарат вводится линейно, либо конюльно, непосредственно по линии брови, для того, чтобы, создав здесь объем, мы тем самым приподняли бровь и показали эффект лифтинга.